Дякую, що залишаєтеся на сьомому каналі «Видавець Live Studio». Мене звати Євген Салтан. Я вас вітаю. Як і анонсували, цієї інформаційної години будемо спілкуватися з тимчасово виконуючим обов'язки голови Одеської ОДА. У нашій студії В'ячеслав Овечкін. Пане В'ячеславе, я вас вітаю. Дякую, що завітали. Здається, вперше ви в ефірі сьомого каналу, сьомого Одеського, тому що є у Харкові сьомий канал, звідки ви родом. Дякую, добрий вечір. До речі, я би хотів розпочати саме з міста Харків, я потім поясню, чому. Дуже люблю це місто, час від часу буваю і бачу зміни. Зміни на краще, тут, знаєте, можна абсолютно по-різному ставитися до Геннадія Кернеса, міського голови Харкова, але, тим не менше, багато що робиться. Тут можете мене поправити, можливо, я не правий. Абсолютно. Геннадий Адольфович Кернес сделал очень много для города Харькова именно в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в дорожной сфере. И все эти изменения, они видны очень хорошо для жителей и приезжих в мой родной город Харьков. Помимо этого, такие объекты, как парк Горького, сейчас реконструируемый зоопарк, парк имени Шевченко. То есть это те магниты, которые видят все харьковчане и гости города, и они, естественно, очень, ну, они восторгаются. На самом деле, такого в Украине я не наблюдал. И это оправдывает в глазах жителей города действия городского головы города Харькова. Ось поясніть, будь ласка. Здається, сам Кернес сказав, якби у мене були такі можливості, як в Одесці, я просто зробив там, не знаю, цукерку. Ось чому Харків може успішний, маючи практично такий же бюджет? Одеса – ні. Я не думаю, що стоит сравнивать здесь город Харьков и город Одессу. Да, действительно, бюджеты похожие. Однако источники наполнения, статьи затрат, расходов, они все равно отличаются. Одесса – город, который находится у моря. Харьков, Харьковская область граничит с Россией и находится в 30 километрах от границы с Белгородской областью. То есть, да, города-миллионники, города похожи, однако история разная, жизнь в городах разная, поэтому я бы не сравнивал вот так вот эти города. Я знаю дуже складні взаємовідносини між Геннадієм Кернесом і очільником Харківської обласної державної адміністрації Олексієм Кучером, який є представником «Слуги народу». Вы знаете, мне сложно комментировать. Я в городе Харькове не живу с 13-го года. И судя по комментариям господина Кучера, у них есть конструктив во взаимоотношениях. Наверное, это самое главное во взаимоотношениях между главой администрации областной и городским головой. Я ще до того, власне, чому я розпочав з міста Харків, є складні стосунки між Кучером і Кернесом, тепер до Одеси. Складні відносини між головою Максимом Куцем були і Геннадієм Трухановим? На мій взгляд, ні. Ніколи не Максим Васильевич, ни Геннадий Леонидович не жаловались на сложности во взаимоотношениях. Мы прошли начало пандемии и по-прежнему находимся в борьбе с пандемией. И я думаю, что департамент городской здравоохранения и областной, они работают в одной связке, и на их примере можно увидеть, что никто никому палки в колеса не вставляет, все объединены единой целью, и точно так же, в принципе, во всем другом. Хоча, якщо згадати ситуацію з танкером «Делфі», все ж таки було перетягування ковдри, міська влада на себе, обласна на себе. Я не думаю, что было здесь в этом вопрос. Мне кажется, что какие-то отдельные политические деятели, возможно, хотели себе, на себе сфокусировать больше внимания. Но если мы берем руководство области и руководство города, никогда не было какого-то непонимания по данному вопросу. Я вспоминаю этот день,
Это будет практически через несколько дней будет годовщина катастрофы Делфи, 22 ноября. Была почти такая же погода, дул сильный ветер, на море был шторм. И мы тогда оказались на пляже, и мы действовали заодно. Были городские коммунальные спасательные службы, было областное управление государственной службы по чрезвычайным ситуациям, были моряки, были пограничники, были представители АМПУ Одесского. И мы все тогда вместе занимались спасением жизней тех трех моряков, которые находились на судне. Мы тянули один и тот же канат, и в принципе я думаю, что и дальше на протяжении всего этого времени мы пытались вытянуть этот Делфи с пляжа вот точно так же совместно. Але щодо порятунку моряків, то собі медалі все ж таки повісив Геннадій Труханов. Честно, я не сторонник вешания медалей. Слава Богу, что они живы, спасены и, насколько мне известно, здоровы. Это главное. Щодо звільнення Максима Куцого, ми таки не почули чіткої відповіді від самого Максима, чому, власне, його звільнили. Я так розумію, це стало несподіваним і для нього самого, можливо, і для його команди. Максим Васильевич написал заявление по собственному желанию, то есть это не было для него каким-то сюрпризом. Причины увольнения, я думаю, Максим Васильевич... Ему, если он захочет, то он озвучит лично. Поэтому я не вижу здесь никакой проблемы. За властным бажанием Максим Куцый коли написал эту заяву? Я не готов. Ну, очевидно, что накануне. Я, честно говоря, не знаю деталей. Это уже после того, как Кабмин подав прохание на землю? Нет. Сначала пишется заявление. На основании заявления готовится проект указа президента. Проект указа подается на Кабмин. Кабмин согласовывает данный проект указа президента. И потом уже дело за президентом. Как мы знаем, президент подписал этот указ через несколько дней после заседания Кабинета министров. Потому что я помню, журналисты Суспільного телефонували Максиму Куцому, и он им повідомив, что для меня это несподіване решение, то, что меня звільняют. Про то, что он написал заяву за власним бажанням, и мови не было. Ну, извините, я сейчас не могу говорить о разговорах Максима Куцова с каким-то телеканалом, поэтому немножко... Не в ту сторону вопрос. Тоді, якщо дійсно за власним бажанням іде Максим Куцый, що стало причиною цього? Опять же, багато хто в цьому вбачає саме політичний аспект. Мовляв, пам'ятаєте, яка ситуація була з Максимом Степановим, коли команда Порошенко програла ось тут, в Одесі, і звільнила Максима Степанова? Так. І тут також можна проводити паралелі. Мы должны понимать, что областная администрация и чиновники, они аполитичны по своей природе. Они занимаются администрированием управления, администрированием дел в области. Мы не имеем отношения к выборам, и мы ни в коем случае не можем туда вмешиваться. Поэтому я бы не стал связывать ни в коем случае результаты выборов и какие-то кадровые решения в Одесской администрации. Вы, как представник команды Куцого, можете назвать основную помилку, яка была допущена за час головування Куцого? Смотрите, я думаю, что все мы люди, все мы совершаем ошибки, и наша команда тоже не стала исключением. Очевидно, что... Хочется просто верить в то, что мы бы могли сделать больше в отведенное нам время. И пока время есть, мы по-прежнему хотим сделать больше. Вот только здесь, как бы, что работать не 15 часов в сутки, а 20, ну вот только здесь я могу как-то увидеть нашу ошибку. Але у ситуації, яка стосується боротьби з COVID-19, як ви думаєте, достатньо було зроблено з боку Максима Куцого і його команди? На мой взгляд, когда дело касается людских жизней, в принципе, нельзя говорить о какой-то достаточности. То есть никогда недостаточно. И всегда будет что-то, что можно сделать еще больше, давайте тоді еще лучше. Поставлю питання. Давай. Правильні рішення приймалися Максимом Куцом?
Ну, что вы имеете в виду правильное? Ну, то есть решения принимались в соответствии с государственной политикой, в соответствии с поручениями, решениями кабинета министра и президента, в соответствии с видением Максима Васильевича на должности. Поэтому мне кажется, что благодаря нашей работе мы практически с нуля мы смогли подготовить госпитальную базу и на сегодняшний день иметь 1970 коек, которые готовы под прием пациентов с COVID-19. Мы уже сейчас в планах вот в ближайшее время развернуть дополнительно еще 300 коек. То есть мы постоянно работаем над увеличением. Раньше этого не было совсем. Сейчас мы перепрофилировали 16 больниц опорных по всей области. Опять же, финансирование, оснащение, зарплаты медикам — это огромная работа. И я считаю, что мы с ней хорошо справляемся. Але раніше і COVID-19 не було. Абсолютно. Ви знаєте, щодо роботи, пов'язаної з боротьбою коронавірусу, дуже часто були обурені представники бізнесу і волонтери. І тут маю на увазі і Катю Ножевнікову, і Андрія Ставніцера, які дуже критикували обласну владу, зокрема Максима Куцова. Я вам скажу, что с Екатериной мы встречались не так давно, еще в кабинете Максима Васильевича, в его присутствии, и обсуждали какие-то проблемы, я бы даже сказал, перспективы развития отрасли, какие-то больницы, то есть точечные вопросы мы с ней обсуждали, мы с ней в контакте, у нас отличный диалог, и в принципе я хотел бы вот воспользоваться возможностью и поблагодарить Екатерину и весь тот волонтерский штаб, который она возглавила, а также всех бизнесменов за их неоценимый вклад, который они сделали тогда и по-прежнему делают. Сегодня, если мы уже коснулись этой темы, были переданы два аппарата искусственной вентиляции легких в Одесскую область фондом Рината Ахметова. Один сегодня был передан в областной центр особо значащих болезней, второй завтра будет передан в Подольскую районную больницу. То есть это те вещи, которые делает бизнес для области абсолютно безвозмездно. Это благотворительность, и мы ее очень-очень высоко оценим. Якби тоді на початку всієї цієї ситуації вам не допомагали волонтери і бізнес, складно було б обласній державній адміністрації? Ви знаєте пословицю «Історія не знає сослагательного наклонення». Очевидно, що нам би було складніше. Очевидно, потому что мы знаем, что процедуры госзакупок, они всегда были сложными, и нам бы не удалось так быстро провести закупки оборудования, как это мог сделать бизнес. Слава Богу, на законодательном уровне были внесены изменения, и те закупки, которые связаны с ковидом, они сейчас проводятся по упрощенной процедуре. І щодо Максима Куцова, ще останнє питання. У цій студії народний депутат Сергій Колебошин зазначив, що основна помилка Максима Куцова – це відсутність комунікації з громадськістю. Так. Це було помилки Максима Куцова? Вы знаете, на мой взгляд, наш офис всегда был открыт и остается открытым. Как вы знаете, каждую пятницу мы проводим брифинги для прессы, куда, в принципе, могут прийти все присутствующие, все люди, у которых есть вопросы. Поэтому все совершают какие-то ошибки, но я не думаю, что данный вопрос являлся каким-то суперзначащим для нашей администрации. Для громадськості це питання було дуже важливим. Абсолютно. Я уверен, что коммуникация с общественностью очень-очень важна. Однако я не скажу, что лично я слышал много недовольства по поводу этого. Вот, ну, я искренне сейчас говорю. Каких-то нареканий на этот счет я не слышал. Ви не чули просто? Нет. Щодо карантину вихідного дня, ваша цитата «Виконання постанови Кабміну є обов'язковим і не може ігноруватися». Що стосується висловлювань деяких чиновників, то ви назвали їх політичними. Так, я дійсно це сказав. Я готов повторити свої слова. Мы в первую очередь все законопослушные граждане, и мы должны соблюдать законы. Я как юрист в первую очередь это знаю.
Карантин выходного дня был принят на 3 недели, закреплен решением Кабинета министров, и все субъекты хозяйствования, они должны неуклонно выполнять данное решение. В случае невыполнения будет соответственное взыскание, будут, ну, и уже составляются протоколы на этих выходных. В прошедших выходных активно работала национальная полиция и Госпотребслужба. Было составлено достаточно много протоколов на собственников, администраторов и других ответственных лиц заведений общественного питания, развлекательных центров и так далее. Поэтому я очень надеюсь и призываю весь бизнес быть осознанным и подумать о тех 75% коек, которые уже заняты под ковид, о том, что наши морги заполнены более чем на 50%, и отнестись к данным ограничениям со всей серьезностью. Я прекрасно понимаю, что бизнес от этих ограничений сильно страдает. Я очень... Повірте. Я би сказав, він по-іншому може померти за ці 3 тижні. Дай Бог, щоб ніякий бізнес, як ви сказали, не умер за ці 3 тижні. Здесь я возлагаю надежды на правительство, которое, как озвучил вчера премьер-министр в зале Верховной Рады, разрабатывать дополнительные механизмы поддержки малого и среднего бизнеса, льготы, каникулы кредитные и так далее. Я надеюсь, что это будет, и бизнес сможет пережить данные ограничения. Помимо этого, я призываю всех граждан помочь бизнесу и по возможности делать больше заказов в будние дни, посещать заведения, естественно, учитывая все ограничения карантинные и так далее, чтобы, ну, мы по сути все, мы все в одной лодке, и наша задача преодолеть пандемию и выйти как можно скорее здоровыми с наименьшими потерями. Ви знаєте, що представники бізнесу влаштували мітинги в багатьох містах країни, в тому числі і в Одесі. Минулого тижня мітингували під стінами обласної адміністрації. До них хтось вийшов зі стін будівлі? Да, конечно, представители администрации к ним вышли. У меня в это время был как раз селектор с премьер-министром. У нас как минимум 2 раза в неделю проходят селекторы с премьер-министром, где в том числе обсуждался карантин выходного дня. Поэтому, если вы спросите, то я не имел возможности там оказаться на крыльце областной администрации. Однако мы собрали информацию, мы встречаемся с бизнесом. В частности, в эту пятницу у меня будут представители бизнеса, ассоциаций. Помимо общения с какими-то ассоциациями, мы ведем точечную работу с представителями сетей, крупных торговых центров, и где мы проговариваем данный вопрос. Где мы можем, мы со своей стороны всегда тоже готовы пойти на какие-то, я бы не сказал уступки, но попытаться помочь бизнесу, потому что это в том числе и наша задача защищать бизнес региона. Если допомогти финансово, я думаю, вы не сможете этого сделать. Ну, смотрите, у нас в области есть достаточно много механизмов финансовой поддержки. Если говорить об аграриях, например, из областного бюджета выделено в этом году 18 миллионов гривен в связи с засухой. У нас есть программа компенсации льготных ставок бизнесу. То есть они берут кредиты в банках, а мы компенсируем часть процентной ставки, если их проекты бизнеса направлены на создание рабочих мест и другие социальные инициативы. То есть мы посильно тоже участвуем вот в этих вопросах. А ось малому бизнесу як допомогти? Тому що у нас складається така ось ситуація. Я заходжу до невеликих кафе, ресторанів, усі дотримуються карантинних вимог. І про це кажуть власники такого бізнесу, що ми готові дотримуватися 100%. Тільки, будь ласка, не зачиняйте. Заходиш до громадського транспорту, вибачте мене, повністю набиті маршрутки. Більшість людей без масок. От тут якось подвійна гра відбувається. Так, к сожалению, у нас сложно с соблюдением всех карантинных мер. Знаете, сегодня мы проводили 2-часовой
видеозвонок с дружественной нам китайской провинцией Цзяньцзи. И наши медики, эксперты имели возможность задать вопросы китайским коллегам по поводу ковида. Одним из выводов для меня было то, что чуть ли не главным способом в борьбе с ковидом являются не какие-то специальные препараты или там что-то еще, а именно жесткое соблюдение карантинных мер. И я думаю, что здесь мы должны делать упор. Да, здесь много зависит от сознательности граждан, но и мы каждый раз на каждом... В каждом брифинге, в каждом обращении, в каждом посте в Фейсбуке призываем граждан быть осознанными и соблюдать карантинные меры. Это очень важно. Все ж таки велика відповідальність лежить на плечах чиновників. Ви кажете про те, що є взаєморозуміння між областю і містом. Але то дивіться, обласна комісія з техногенної безпеки визнала цю постанову Кабміну. Міська сказала, ні, ми нічого не будемо виконувати. Насколько мне известно, городская комиссия не собиралась, то есть они формально не сказали «нет», это раз. А во-вторых, постановление... Но постфактум это выявилось таки то, что они сказали так. Мы не будем выполнять эту постанову Кабинета министров. Еще раз. Постановления Кабинета министров являются обязательными, независимо от решения комиссии городской, областной или там, районной. Поэтому есть закон, его нужно выполнять. Але я не знаю, чи ви гуляли містом Одесою на вихідних, ви бачили, що більшість закладів харчування, більшість торгівельних центрів все ж таки працювали. І да, я бачив дійсно відкриті двері в некоторих, я не скажу, що в більшості точок общепіта. Ви з місцями гуляли. Возможно. Слава Богу, Одеса може предложити много міст для прогулок, но я, собственно, я сам наблюдал порядка... Нам каждый день дается статистика о результатах работ рейдовых групп. То есть это группы, которые состоят из сотрудников нацполиции, госпотребслужбы и других ведомств. Только за один день воскресенья было более 70 протоколов об административных правонарушениях. То есть я надеюсь, что это будет... То есть это будет звоночком для всего бизнеса, и они прислушаются. Потому что, в конце концов, это же в их интересах, чтобы через 3 недели, уже через 2 недели, мы увидели ту динамику положительную. А как говорит статистика Совета национальной безопасности, мобильность населения за прошлые выходные уменьшилась около более чем на 20%. То есть действительно мы уменьшаем мобильность жителей. Мы, дай бог, увидим позитивную динамику в заболеваемости, и тогда у нас не будет необходимости в декабре уже вводить карантин выходного дня или, не дай бог, какой-то полный локдаун. Мы в первую очередь в этом заинтересованы. Знаете, немає абсолютно жодної гарантії, що цей карантин вихідного дня закінчиться за 2-3 тижні. Згадайте, на початку весни вводили карантин всього на 2 тижні. Досі триває. Потому что у нас растет статистика, да. Естественно, у нас мы продлеваем карантин. Тоді все позакривали на початку весни, але ще не було такої кількості хворих. А ось сьогодні ми просто кожен день б'ємо антирекорди, а у нас все працює. В будні дні у нас работает, да, потому что у нас введены какие-то ограничения. Выходные, да, прошлые выходные и 2 ближайших выходных нет. Однако я хочу просто заметить, что в самом начале карантина готовность нашей медицинской системы не была такой, какой она есть сейчас. Слава Богу, сейчас мы можем себе позволить все-таки не закрывать все. И это очень важно. Это то, что мы успели сделать более чем за полгода с момента начала пандемии. И все ж таки, аби закрити ось це питання, комунікація, чи не здається вам між областю і містом десь провалена в плані введення ось цього карантину? Нет, абсолютно нет. Мы в хорошей коммуникации с городом. Завтра премьер-министр проводит очередной селектор с главами областных центров, то есть в том числе с городским головой города Одесса.
Поэтому данная коммуникация ведется как на уровне нашем, так и на уровне Киева, Одессы. Поэтому очень важно выстраивать взаимоотношения в конструктиве. Мы не хотим таких примеров, как в некоторых городах Украины, когда городские головы в силу каких-то политических, политических моментов, они выступали категорически против инициатив центральной власти. Я считаю, это неправильно, и это вредит целостности системы, системы управления і вертикалі. Тоді я поставлю питання по-іншому. Те, що набиті салони маршруток, трамваїв, тролейбусів, чия це вина? Людей? Чи все ж таки влади? Здесь нет какой, здесь нет вины кого-то одного. Здесь несовершенство судебной системы. Как мы знаем, суды очень неохотно рассматривают протоколы об административных правонарушениях и выносят решение о взыскании денег непосредственно с виновных, с правонарушителей. Это несовершенство системы Укртрансбезопасности, правоохранительных органов, банально даже отсутствие достаточного количества подвижного состава, которое бы позволило соблюдать меры касаемо 50% наполняемости салонов. То есть это все вместе. И здесь уж и плюс осознанность пассажиров, которые должны входить в салон в маске. Это очень просто. А ось концерт до Дня міста, який зібрав 50 тисяч людей, це чия недосконалість? А почему мы говорим о какой-то недосконалости? Ну, то есть, как говорит городской совет, все противоэпидемиологические нормы были выдержаны. Если это было не так, соответствующие органы, они дадут оценку. Это не мне судить об этом. Пане Вячеславе, вы бачили эту картинку с 2 вересня в Одессе? Да, я видел картинку, но еще раз, соответствующие органы пусть дают оценку данным событиям и действиям ответственных лиц. Чому більшість народних депутатів, більшість одеських політиків засудили такі дії міської влади? Це ж вона організовувала цей концерт. А Одеська обласна державна адміністрація якось так в стороні стоїть. Ви правильно сказали. Закриває очі, мовляв. Ніхто не закриває глаза. Ми на своїй комісії по чрезвычайным ситуациям каждый раз повторяем о жестком соблюдении всех карантинных мер, и накануне празднования мы принимали очередной протокол. Как вы правильно сказали, политики, администрация — это не политики, поэтому мы не будем комментировать в политическом ключе действия городских властей. Цього тижня стало відомо, що Кабінет міністрів виділяє 118 мільйонів на розмір облаштування мобільних шпиталів у Києві, Краматорську і в Одесі. Да. Ось ця сума 118, вона буде розподілена між трьома містами, як я так розумію. Так, да, дійсно, на Одеську область предусмотрено 36 мільйонів на даний момент. Ми готуємо список потребностей. Конкретное место под мобильный госпиталь еще не определено. То есть мы готовим список оборудования, которое нам нужно из расчета на 500 человек. То есть это полностью все медицинское оборудование, начиная с рентгена, заканчивая перчатками и респиратором. И дальше мы уже будем двигаться по процедуре. Ну, за останню інформацію розміститися такий пункт може або у приміщення морвокзалу або санаторії Чкалова, здається. Я так розумію, це не на остаточність ще рішення, визначається з локацією. Да, дійсно, це не окончательне рішення. Ми посмотрели очень много об'єктів. В частности, санаторий Чкалова мы сейчас рассматриваем как объект не для мобильного госпиталя, а как место, где будут разворачиваться дополнительные койки под ковид, то есть отдельного здания, помещения, оно не будет
предусмотрено как какой-то мобильный госпиталь. Это стационарное здание, где будут просто дополнительно размещаться койки. Морвокзал, да. Олимпиец по-прежнему есть на повестке дня. У него есть много недостатков. Мы, как и у морвокзала, мы обо всех недостатках и того, и другого объекта, и еще нескольких, которых мы смотрели, мы сообщили Министерству здравоохранения, мы с ними в диалоге. На данный момент острой необходимости, как я вижу ситуацию, острой необходимости завтра развернуть мобильный госпиталь нет, однако мы должны быть готовы. В связи с этим было решение Кабмина о выделении денег. Мы должны иметь необходимое оборудование уже наготове. Мы проинструктировали уже сейчас 90 мобильных бригад. Если поступит команда, мы будем готовы развернуться быстро. Це саме головне. Ну, щодо олімпійців, дуже багато хто критикує за обраний цей об'єкт. Мовляв, він взагалі не підходить в жодні умови. Чому? Для розміщення хворих. Ну, ви давно були в олімпійці? Та буквально пару неділь назад я був в олімпійці. Там все нормально. Ні, там не все нормально. Но я вам скажу, що ні на одному об'єкті області, які смотрели, все нормально. Нет такого объекта, который бы идеально подходил под эти условия. За последние несколько лет в Олимпийце было вложено более 40 миллионов гривен в рамках проекта реконструкции. Там полностью поменяли систему кондиционирования, были проведены другие работы. Да, мы знаем, что есть недостатки. Однако в случае необходимости мы в том числе этот объект видим как потенциальный вариант. Я надеюсь, что когда мы подойдем уже, если мы подойдем к вопросу разворачивания госпиталя, приедут специалисты из Киева, мы коллегиально, в дополнение к нашим комиссионным выездам, сможем осмотреть, решить. Я считаю, что при условии небольшого дополнительного финансирования, которое требует и Олимпиец, если там разворачивать госпиталь, и Морвокзал, если там разворачивать госпиталь, при условии небольшого дополнительного финансирования он подходит, хотя бы потому, что там есть плоская поверхность, достаточно большая площадь, более-менее достаточный уровень отопления и вентиляции. Ну, ось стосовно опалення, найбільше претензій. Навіть спортсмени кажуть, там взимку неможливо знаходитись. Мінімальне, це я не говорю зараз, о той температурі, яку можна достичь. Зараз там мінімальна температура була б уж точно 16 градусів. Я не говорю, що 16 градусів підійде для больних, ні. Вона має бути гораздо вище 20. Однако ми розуміємо, у нас були спеціалісти відповідного рівня, що при условии небольшого дополнительного финансирования температуру можно повысить до тех норм, которые установлены законодательством для нахождения там больных. Это важно. То есть я не говорю, что 16 это даст. Нет, абсолютно. Но если вложить туда небольшое количество денег, и я думаю, что меньше, чем морвокзал, потому что все-таки структура морвокзала, особенности конфигурации, они немножко хуже способствуют повышению температуры воздуха внутри. Этот вопрос можно решить более эффективно. Посмотрим. Якщо не Олімпієць, не морвокзал, не санаторій Чкалова, інші локації розглядаються на даний момент? Мы много локаций смотрели. Мы смотрели и в Чебанке, санаторий, мы смотрели в Южном. Много смотрели. Я вам скажу так. В случае ухудшения ситуации даже рассматривается вопрос развертывания временного госпиталя с помощью средств государственной службы по чрезвычайным ситуациям. По сути, это огромный такой будет тент, который бы обогревался и там бы устанавливались койки. Опять же, это на крайний случай. Я знаю, что такое рассматривается в некоторых других населенных пунктах Украины. Дай Бог, чтобы мы к этому не пришли. И для этого нам нужно соблюдать карантинные меры, и в том числе строго соблюдать карантин выходного дня. Я знаю, що в багатьох європейських містах мобільні шпиталі влаштовують на стадіонах. Варіант Чорноморця не розглядали? Опять же, если там разворачивать вот этот вот тент с помощью службы по чрезвычайным ситуациям, да. Да. Сегодня на селекторе, о котором я говорил с китайскими специалистами, мы задавали им вопрос о
о мобильных госпиталях. Они поделились своим опытом, какие технические характеристики, что они видят важным. Опять же, мы должны понимать, что там могут находиться люди только с легкой формой заражения, протекания болезни. Естественно, если есть осложнения, если человеку плохо, он не может физически находиться в мобильном госпитале, так как там банально нет достаточного оборудования для того, чтобы оказать ему весь спектр медицинских услуг. Щодо китайських фахівців, час від часу Максим Куце анонсував, що до Одеси завітають китайські медики, аби поділитися своїм досвідом. Да. Відтермінували цю поїздку чи скасували? Я бы сказал, что мы просто точно не отменили, мы в процессе, мы сегодня этот вопрос поднимали, мы будем очень рады, если они приедут. Мы с ними ведем переговоры на этот счет. Помимо этого, я вам скажу, на пятницу у нас запланирована встреча с аргентинскими коллегами. Помимо этого, мы хотим провести такие же переговоры с итальянскими медиками. То есть мы очень приветствуем опыт других стран, и мы считаем, что им нужно делиться и нужно его использовать. Так, і щодо роботи самої і обласної ради, і обласної державної адміністрації, знаю, є така інформація, що 25 листопада відбудеться перша сесія нового скликання Одеської обласної ради. Ця інформація не відповідає дійсності. У мене немає дати, коли буде наступна сесія, однак 99,9%, що це не відбудеться 25 ноября. Вы знаете состав партии, который был избран в областной совет. Очевидно, что ведутся сейчас переговоры по коалиции, по кандидатуре на пост главы областного совета. Скорее всего, именно эти вопросы и являются причиной того, что сессия пока не, дата сессии пока не назначена. Я призываю депутатов новоизбранных все-таки собраться, договориться и назначить сессию как можно скорее, потому что у нас на повестке дня много вопросов и медицинских, и проект бюджета на 2021 год, поэтому оттягивать просто некуда. Это очень важно. Але є шанс, що ця сесія відбудеться до кінця цього місяця? Мы не можем, естественно, отменять такую вероятность. Однако, по моим данным, вероятность очень низкая, что это произойдет. Десь вставляют, не знаю, палки в колеса кто-то? Нет, ну это, как я это вижу, это политические переговоры. Если вы посмотрите на возможные варианты коалиции, то нету решения готового на столе, поэтому я думаю, что это просто вопрос переговоров, и уже тогда будет понятно, когда будет сессия. Також залишається поки що ще відкритим питання стосовно нового очільника обласної адміністрації. Так, є подання Кабміну, запропонувала Сергія Гріновецького. Що у команді Максима Куцого кажуть про таке можливе призначення? Сергій Рафаїлович очень опытный государственный деятель. В случае, я думаю, что если президент примет такое решение, то он сможет продолжить те инициативы, которые были начаты в этом году. Это и большая стройка, и строительство местных дорог. Я думаю, что он успешно справится с борьбой с коронавирусом. Однако на данный момент еще рано говорить о том, кто же все-таки станет новым главой или новой главой Одесской областной администрации. Почему нет? Я знаю, свого часу Ольга Квасницька, депутатка Одеської міської ради, виявила бажання. І тоді Зеленський обирав між кандидатами, серед них був і Максим Куц, і він зупинився саме на Максимі Куцому. Я рад этому выбору. И стосовно потенциальных кандидатов, их есть несколько. Это и Гриневецкий, угу. Это и Колебошин. Даже называются и Максима Степанова, и Михаила Саакашвили. Как оно будет в конечном результате, это интересно посмотреть. Абсолютно точно. И поверьте, мне это тоже очень интересно. Поэтому мы следим за тем, как развиваются события. Однако
Мы всегда были и будем профессионалами. Мы не находимся на чемоданах. Мы не сложили ручки и ждем решения, которое нам придет из Киева. Мы продолжаем работать. У нас очень много вопросов, которые мы решаем ежедневно. На прошлой неделе на аппаратном совещании я это озвучил коллективу. Мы должны продолжать работать независимо от того, какие решения, какие кандидатуры, когда это будет и что будет приниматься в итоге. Мы профессионалы, мы должны, на наших плечах деятельность всей областной администрации, а это более 600 человек, и всех жителей Одесской области. Але ж ви прекрасно розумієте, що новий голова може захотіти знайти собі абсолютно нову команду. Да, и это его право. По закону, после того, как назначается новый глава областной администрации, действующие заместители пишут заявление на имя главы областной администрации о прекращении своих полномочий. Это автоматический процесс. И тогда уже новый глава имеет возможность либо удовлетворить данное заявление и уволить заместителей, либо продолжить их полномочия. У вас, я так розумію, є амбіції і надалі працювати у стінах Одеської обласної адміністрації. Ви знаєте, я би не спішив підтверджувати дану інформацію. Це залежить від команди, це залежить від ситуації в Києві. У мене точно є амбіції, амбіцій дуже багато. Мне действительно очень важен тот год, который мы нашей командой провели в Одессе. Я очень хочу и дальше продолжать служить и Одесской области, и Украине в целом. Поэтому амбиции есть. Дай Бог, чтобы звезды складывались, а мы будем делать все, что от нас зависит, чтобы все поставленные цели и задачи выполнялись. И все же таки, мне бы хотелось тут объективно почути за рік роботи вашей команды. Что є головною перемогою, а що є головною поразкою? Как я уже сказал, подготовка системы здравоохранения COVID и успешная реализация всех намеченных программ, большая стройка, выполнение уже сейчас более чем на 85% всех объектов по местным дорогам, активное взаимодействие с городской властью. Мне кажется, что уж точно нашу команду нельзя обвинить в том, что мы ввязывались в какие-то склоки, передряги, конфликты. Мы всегда были настроены на конструктив, на эффективную работу. И это очень важно. И лично мне это очень ценно. Как человеку мне очень такие качества важны в людях. Але все ж таки в вашій команді подеколи закидали деяку пасивність у тих чи інших питаннях. Коли треба було проявити тут саме цю політичну волю, ви десь так йшли в бік. Ні, не соглашусь. Не соглашусь. Везде, все, що от нас потрібно було, ми робили. Ми завжди діяли строго в рамках закону. И всегда всех настраивали на конструктив. Мы всегда были той площадкой, где все стороны могли собраться, как по Дельфи, так и по другим вопросам, обсудить, прийти к какому-то решению и двигаться дальше. Мы не хотели вешать медали ни себе, ни кому-то другому. Для нас важен был результат. И я надеюсь, что жители Одесского региона, они по достоинству оценивают нашу работу. Дякую вам, спасибі, що завітали на 7-й канал. В'ячеслав Овечкін, тимчасово виконуючий обов'язки голови Одеської обласної державної адміністрації, був гостем цієї інформаційної години. Мене звати Євген Салтан. Далі передаю слово своїй колезі Саші Дементьєва. Вже готова ознайомити з останніми новинами України та Одеси. Саша, тобі слово. Спасибо, подводим черту под этим информационным днем, о самом важном и интересном за мгновение.